Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о новом воблерке от компании Casadac. Моделька называется Fortnite. Данный воблерок поставляется в такой довольно-таки классической упаковке для воблеров Casadac. На лицевой стороне упаковки и на обратной стороне упаковки имеется информация о характеристиках данного воблера. Длина его составляет 63 мм, вес 4,2 грамма. Заявленное заглубление производителем от 0,7 до 1,2 метров. Моделька у нас плавающая и расцветка в данном случае BLU. Сам воблерок выглядит таким вот образом. Это миношечка у нас. Очень, кстати, классная расцветочка новая у Casadac. Спинка темно-бордовая, такая с небольшим фиолетовым переливом. Затем переходящая в голубой цвет, голубой переходит в серебристый, и брюшко просто серое. Причем на боку, как можно видеть, имеется голограммка, так называемое битое стекло. Очень классная расцветочка, оригинальная. Детализация воблера тоже отличная, имеются 3D-глаза, имитация жаберной крышки, насечки в виде чешуи. Также имеется имитация боковой линии. Воблер оснащен двумя тройными крючками, тройнички довольно-таки острые, нареканий абсолютно никаких не вызывают. Кольца используются здесь плоские, довольно-таки упругие и тоже довольно качественные. Воблер у нас очень-очень мало шумящий, практически бесшумный. Лопатка у данного воблера выглядит таким вот образом, довольно-таки широкенькая, расположена примерно под углом к оси тела приманки, под углом примерно 45 градусов. Воблер летит довольно-таки неплохо, после приводнения, соответственно, он начинает, ну, в зависимости от используемого поводка, всплывать или быстро, или более медленно. Воблерок имеет не, скажем так, широкоамплитудную игру на равномерной проводке, где-то ориентировочно. Ну, так на скидку, среднеамплитудная игра у него, ну, довольно-таки интересная. Классно работает данный воблер, мне понравилось, на течение. Использовал где-то на среднем течении, воблер довольно-таки неплохо себя показал. Также, помимо равномерки, воблерок отлично себя чувствует и на твичинговой проводке. Довольно-таки юркий воблер, тоже можно вполне применять и твичинг. Подойдет данный воблерок для ловли белого хищника, окуня, а также щуки. Довольно-таки универсальный воблер. Приобрести данный воблерок можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. До свидания.